Завтра вечером в Академическом театре драмы имени Виктора Савина пройдет второй благотворительный концерт в память о погибших на пожаре в селе Подъельск Карткировского района. Все собранные средства организаторы направят на завершение строительства часовни. Репортаж Любови Лапиной. Это кадры прошлого благотворительного концерта 31 января 2011 года. Тогда организаторы собрали 146 тысяч рублей. На эти деньги и начали строить храм в Подъельске. Инициатором этой благотворительной акции выступила директор ансамбля «Северной околицы» Анастасия Есева. Я очень рада за вот молодежь, которая согласились выступить. Это, считайте, безвозмездно. Они будут работать полтора часа, всю душу выложат. Ну и деньги они ничего не получат. Большая часть мест уже распродана. На листочке предварительные подсчеты. Минимум 70,5 тысяч рублей уже есть. Но в кассе самого театра и на руках организаторов еще остаются билеты. Мы очень интенсивно работаем. И на сегодня продано билетов где-то по 300. Но билеты еще есть. И мы очень хотим и очень надеемся, что люди придут и откликнутся. Ведь это не только беда одного человека, это всеобщая беда. Сейчас в Подъельске кипит работа, строители укладывают кровлю. Только за последний год на возведение храма собрали 500 000 рублей. Причем большую часть пожертвовали жители Тюмени, Ростова, Екатеринбурга и Москвы. Впрочем, на завершение строительства нужно еще как минимум 600 тысяч рублей. Это нужно для того, чтобы был купол. То есть мы оценим для того, чтобы его изготовить и привести, это около 200 тысяч только купол. И для того, чтобы были внутренние работы, подвести свет, отопление, чтобы там было тепло и комфортно, это где-то вот приличная сумма, где-то порядка 400 тысяч рублей. Организаторы возведения часовни в Подъельске настроены решительно. Этим летом они намерены приложить максимум усилий, чтобы уже в октябре в храме можно было провести первую службу. Бафлапин, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».